тех четырех, которых мы продавали, сало, которое осталось, килограмм 12, мы его закоптили, и вот только-только сани забрали с копчения и привезли в магазин. Люди уже спрашивают, поэтому разбирают. Это со всех четырех кабанов сало, которое осталось. Я сразу его собрал и закоптили. И сейчас поразбирают. Ну и домой чуть-чуть выберем. Сало холодного копчения. А то мне пишут, цвет не такой, то там много факторов. По вкусу очень хороший. Не сильно оно такое, чтобы там аж тяжелое на желудок. То есть вообще хороший вкус и аромат просто замечательный. Это получается вот этот лоток. Это с мясом, с прорезью, с проростом. Запах. Ну, оно еще теплое. Сейчас подстынет чуть-чуть. А это простое, недорогое. Недорогое, тоненькое. Почем мы продаем их? 80, да? 80 гривен. А вот это, которое с проростом, по 100? 50. По 150. Вот это, что осталось тех четырех. Сейчас тоже позабираю. И все. И будем ждать следующих, так сказать. Вот так, друзья. Сюда привез и тут продаю. Десятку. 10 миллиметров толщина. 55 листов. Размер, кто не знает, 1,25 м на 2,50 одного листа. 55 листов это на потолок. И также приобрели минеральную вату. Вот такой вот метод. Ну такая недорогая, дешевенькая, ну нам такое и надо. Короче, заплатили за всю вату, за всю USB 21 000, и плюс я скупился саморезы, пену, ну там все необходимое нам еще на 1000. И того дописываю. В прошлом году я на сарай потратил, я округлил там чуть меньше, но округлил. В 2020 году я потратил 90 тысяч на сарай. И начинаем открывать 2021 год. Первые 23 тысячи пошло на сарай. И сейчас вам будем показывать, как мы занимаемся утеплением, каким образом будем утеплять, как крепим вату, пленку и само USB. Смотрите, будет интересно. И цена самого USB одного листа 305 гривен. Вату я брал. Там получается сколько, Сань? 20 квадратов, да? Да, в одном рулоне. В одном рулоне 20 квадратов и 375 гривен или 370. Да, 370 гривен рулон 20 квадратов и 305 гривен один этот. И плюс доставка. Ну, доставка там 200 гривен. Это у нас тут местная пилорама возит так. Все, вроде бы так все сказал. Погнали подшивать. Окна мы с Саней поставили. Поставили времянку. Ну, пока без четвертей, чисто закрыли проемы для того, чтобы не так сквозняки. Вечерами сквозняк. И нам тут как бы не совсем комфортно, чтобы не заболеть. Вытяжки закрыты пленкой сверху. И позакрывали мы под крышей. И начнем подшиву. Почему я решил вату? Вату, потому что дешевле. Ну, я посчитал, мне дешевле. Если я куплю, допустим, ну, не куплю, у меня есть в наличии, 10-й пенопласт я хотел на крышу сначала. Один листок стоит там плюс-минус 80 гривен, квадрат 80 гривен. В рулоне 20 квадратов. То есть мне надо 20 листов использовать на 20 квадратов, это будет стоить 1600 гривен. А рулон ваты мы покупали 370 гривен. То есть только в целях экономии, потому что у меня будет идти пленка, вата, USB и еще утеплитель. Так будет дешевле. Только в целях экономии так сделал. А пенопласт, который есть у меня в наличии, у меня квадратов 25-30, мы после сарая начинаем еще одну постройку. Но то уже совсем другая история. Друзья, Андрей точит ножи Трамонтино
своим образом, а Саня вот так точит, именно трамантино. Сань, ты, мне кажется, затупил ее. А, куда? Я клею ее, попробуй. Вон, трамантино. Я клею ее. Да? Да, опаска. Вот так надо. Самое первое, что мы делаем, натягиваем пленку от начала до конца. И пленку степлером прибиваем к стропилам. Получается, одну полосу пленки мы степлером прибили от начала до конца. Цельная ширина 3 метра. Ну, получается, она 1,50 м, мы распускаем напополам, 3-метровая. И будем сейчас пробовать подшивать эту в сторону. Потом эту так само сделаем. И так постепенно. Также пленку, эту, которую использовал, и еще я докупил тоже 32 метра, то есть на 2 полосы. Это вышло 1000 гривен. Я сразу записал 1000 гривен плюс еще. Уже 24 тысячи в этом году пошло. Ну и я каждую мелочь буду дописывать. Оно будет так каждому понятно, сколько примерно уходит на сарай. Так само пробьем скважину. Я напишу скважина там 15, допустим, тысяч или 12 бетона. Там уже каждый будет себе делать какие-то выводы. Ну, что ему надо, что не надо. Ну, писать буду, все записывать, чтобы не отвечать каждому на одни и те же вопросы. Начинаем утеплять. Сначала мы кладем лист на так называемую станину. Потом берем вату. Вату мы купили, потому что вата 1,25 м, как и сам лист ОСБ. 1,25 м. Вата 1,25 м. Сюда чуть-чуть, Сань, подтяни. Туда, к себе. Вот сюда, Сань. Ага, во. 1,25 м. Как все там? Ты там вы... Тут нормально. Выпустим. Давай. Оп. Ну, сантиметров 5. Все. Выпустим? Да. То мы выпускаем на следующий наклёст следующего листа. Здесь я обрезаю. Вот. Тут мы делаем с выпуском сантиметров 7 на следующий лист наклёст. А здесь обрезаем за подлицо. Ну, то есть по краю. Так, так, вот так, обрезали. Берем сам степлер и так, чисто частично. Край, центр, край, центр, край. Вот, выпустили сюда нахлёст. Этот нахлёст у нас пойдет сюда, на следующий лист. А здесь уже нахлёст есть. То есть там у нас вата сейчас за подлицо. И мы сюда лист раз запускаем. Тут будет 2 ваты на нахлёсте. 2 ваты. Пленка идет цельная. Сквозняк исключен. Получается, весь процесс... И вату не, и вата везде есть, уплотнение, и получается вот так. Вот. Тут вата, цельная пленка. Все обжато хорошо. И сам потолок тоже через изоляцию к стропиле. То есть стропильная система. И сама кровля, а там та камера 150 мм. Она в холодной подушке, то есть в холодном пространстве. Сама кровля, профлист, обрешетка, шалевка и само вот это дерево, оно
на улице, где холодно, оно будет постоянно в холоде и будет постоянно дышать. Там будет циркулировать воздух, то есть воздушное пространство. А здесь нижняя часть потолка, вот вата, цельная пленка аж до конца. То есть нигде ни дырок нет, нигде ничего. И само USB тоже является утеплением. Это не профлис. Я профлис на потолок категорически, я против этого. Потому что профлис, от него толку вообще никакого нету. А USB, оно и есть само утепление. Ценовая политика, грубо говоря, плюс-минус то же самое, что и металл. Но и оно еще утепляет. И плюс еще укрепляет диагональ полностью всей крыши. То есть вот так выходит. Все вот обжато полностью, вата прижата хорошо. И такая вот бутербродик вот такой выходит. И продолжаем также аж до конца. Саму пленку сильно натягивать не надо. Должно быть там какое-то, ну вот, к примеру, маленькое провисание. Вот. Она должна на морозе стягиваться, на жаре растягиваться. То есть натягивать сильно не надо. И пленку сильно толстую тоже не надо. Это не теплица. То есть вот так. Думаю, все объяснил. Вот сейчас пробуем. Покажу, как становится сам лист. Следующий. Вот, друзья, крыша, эта часть, где не утепленная, получается вот конденсат. На улице сегодня ночью минус 15, а в сарае более-менее тепло. И вот смотрите, где нет утеплителя, вот конденсат, перепад на улице минус 15, а тут теплее в сарае. И вот конденсат, он замерзает и потом начинает капать. А сейчас я вам покажу там, где уже утепленная часть. И вот сейчас глянем, где уже утепленная. USB я уже пожертвую, разрежу, а потом скотчем заклею кусок и забью новой пленкой. Ну, мне просто показать вам разницу. Вот, видите? А здесь все сухое. Нет, ни конденсата, ничего. Оно просто все сухое. Вот на улице минус 15 сегодня было, и вот такой уже результат. И то же самое, внутри будет тепло, а тут будет холодная подушка. А здесь будет теплень. И еще утеплитель будет на USB. То есть нормально будет. Ну а это я заклею, это я ради вас показать вам наглядный пример. Чтобы было понятно, это где утепленно. Вот утепленная часть, а вот часть не утепленная. И тут, ну сейчас снизу не видно, а подняться наверх капли висят. А утром, ну еще раньше утром, если зайти в часов 6-7 утра, то получается вообще лед висит, прям такие маленькие сосульки. Вот так. Продолжаем дальше. Ну, получается, дело не быстрое, друзья. Мы здесь прогнали ряд. И здесь прогнали ряд. И начинаем ставить опоры. Опоры по центру, как у меня вот и есть. Каждая несущая опора на перегородку, на клетку, она же является и подпорой под кровлю. То есть закрепляю каждую опору под стропильную систему. Ну, все, короче, развязываю. Там дело не быстрое. И саму USB тоже шить не сильно быстро. Я думал, быстрее будет дело. Но как есть, так есть. Самое главное, что все есть, только работы. Поэтому работаем. Окончательный финал потом позже покажу. Сейчас будем ставить опоры и дошивать все, доутеплять. 22 килограмма в одном листу. 22 килограмма в одном листу USB. Мы, получается,
13 листов набили. И еще надо набивать, короче, десятка 3. Поэтому вес получается приличный, больше тонны. Поэтому решили сейчас поставить центральные опоры основные и потом продолжать дальше утепление. Нагрузку распределить. Потому что все, грузим, грузим крышу, она без опор, без ничего. Опоры поставим и потом уже дальше будем нагружать. Если их там 50 листов, 50 умножить на 22. Ну, то есть чуть больше тонны, да, Сань? Тонна 200, да. И вата плюс. То есть нагрузка приличная, поэтому лучше как лучше. Сразу поставим опоры, а потом продолжим дальше. Вот такие дела. У нас получается выпал снег. Вот так погода. То солнышко, то опять снег. Вот так. Прогоним утепление и будем действовать дальше. Все, друзья, всем пока, всем счастливо. Санька лично всем привет передал и попрощался. Пока есть опоры. Потом будем дальше делать. Все, всем пока.